Уважаемые зрители, на ковре, а полуфинальная встреча 79 килограммов. Встречаются в красном трико Саманса на поле, мастер спорта международного класса из Республики Кавказа, ЦСКА, тренеры Цукаев, Тедеев, серебряный призер Кубка мира 2015 года, бронзовый призер чемпионата России 2016 года. В прошлом году завоевал бронзовую медаль на первом турнире Алматы. Его соперник из Московской области Магомед Рамазанов, также ЦСКА. Тренеры Анатолий Бандиев, Вадим Диес. Чемпион мира среди военнослужащих, победитель международного турнира памяти Циолковского в Польше. Рейтинговый турнир. Мастер спорта России Тимур Бежоев.
Краснодарский край, параллельный зачет по Кабардино-Балкарской республике. Бронзовый призер первенства мира среди спортсменов до 23 лет. Бронзовый призер чемпионата России, обладатель межконтинентального кубка. Его соперник, борец в синем трико, мастер спорта международного класса Ахмед Усманов, Республика Дагестан. Серебряный призер первенства мира среди юниоров. Со счетом 5-2 победил Сококоев и вышел в финал.